Господа, всем здравствуйте. Сегодня у нас понедельник, но у меня сегодня выходной, так как я ходил в больницу, в общем, ходил к стоматологу, удалял там корень. В общем, сегодня день у меня свободный, и решил я сдать железо немного. Сейчас завожу УАЗик, цепляю к УАЗику телегу, все гружу. Ну, сколько загружу сегодня, посмотрим там. Сколько-то увезу, сдам, сколько-то оставлю. Комбайн я договорился, что у меня возьмут за железо, в том случае, если он будет мелко попилен. Ну, пилить я сегодня не знаю, буду, не буду. Время на это тратить неохота. Возможно, что-то попилю. Возможно, так железо какое опоздаю. В общем, сейчас запускаю УАЗик, цепляю телегу, гружусь и едем сдавать металлолом сегодня. Ну вот столько я имею тут металлолом. Тут у нас комбайн, сеялка. Ну и здесь в гараже все завалено, в общем, металлолом. Сейчас, наверное, гружу. Все это дело погрузим в машину, в телегу. Пойдем сдавать. Вот так вот, друзья, я все закидал, загрузил. В машину загрузил, телегу полную с горкой. В машине вот так вот там положил рельсы и жестянку так накидал, в общем. Договорился, что жестянку мелко попиленную у меня примут как за хорошее железо. Не дешевле. Вот эту бы гору жести, конечно, вот так бы еще на мелкие куски пошинковать. Но тут кругов еще столько уйдет, что, думаю, будет невыгодно. Надо будет сдавать жестью по 8 рублей за килограмм или сколько она там. Хотя посмотрим, может, до весны там долежит еще. Может, на следующий год как-нибудь что-нибудь, может, и разрежем. В общем, не знаю, пока это сдавать не буду, эту кучу. Ну и тут в гараже у меня еще, наверное, телега наберется. Возможно, сегодня еще второй раз езжу. Вот это вот, что в гараже есть, еще это сдам. Ладно, ну а сейчас едем на приемку. Посмотрим, сколько вышел вес. Сколько мы на этом заработаем. Металл у нас на сегодня по 11 рублей. Цена маленькая, конечно. Упала маленько, но не намного. На 50 копеек всего упала. Хотя бы так. Сдам железо. И хочу покупать себе колеса на УАЗик. Ладно, в общем, хватит болтать, едем. Thank you.
что, друзья, сдал я металл. Разочаровался я сегодня. Все, домой приехал, разгрузился. В общем, вышел вес у меня 950 килограмм. Телега была нагружена вообще до предела. Рессоры там все прогнулись. Я уж сколько на ней железа перевозил, так что я знаю примерно вес. Мне даже никакие весы не надо. Я вплоть там до 50 килограмм плюс-минус угадываю, сколько вес по телеге. То, что в телеге только килограмм 800 было. Это точно. Ну и в машине были нагружены и рельсы, и все. У меня вышло 950 килограмм. Короче, наепалово полное. Короче, тут, друзья, без мата никак. И плюсом к тому, надо теперь еще, чтобы получить деньги, надо фотографию паспорта, расчетный счет карты. Деньги переводят на карту. Короче, такая чушь полная. В общем, в этом году я последний раз сдал металлолом. Больше не поеду. На следующий год видно будет, буду ли сюда сдавать. Возможно, буду копить и уже вызывать металловоз нахрен и куда-нибудь там в Великий Устюг сдавать или еще что-нибудь придумаем. Итак, друзья, в общем, такие итоги. День с утра не задался. Уже время к вечеру. Я вот только еще с приемки приехал, блин. Ни денег, ни хрена, хотел колеса купить. Ну и ко всему, у меня даже этих денег не хватает на два колеса для УАЗика. Сдал я, друзья, на 9500 с чем-то рублей. Что-то такое. В общем, наепалово полное. Последний раз я не стал там ничего ругаться, ничего говорить. Нахрен пусть будет это на их совести. Я не обеднею. Они не разбогатеют от этого. В общем, но я последний раз, наверное, привез металл на эту приемку. Хотя летом мне нравилось туда сдавать. До той поры, пока там не стал бешеный процент на засор. Сейчас там засор 8%, как вроде бы. Цена 11 рублей, цена еще упала. И плюсом ко всему еще и походу на весах какой-то обвес получился. Хотя он передо мной вроде загнал свой джип на весы, там 2200, там он у него показал. В общем, не знаю, друзья. Наверное, я как-нибудь разорюсь, куплю какие-то весы и буду металл перевешивать дома, потому что это уже просто уже надоело. На одну приемку приезжаешь с рельсами, и рельсы всегда должны весить больше, чем по идее они по номиналу. Потому что там еще зазор какой-то, да все такое, в общем. Перемерял рельсами, метражом. На одной приемке наепали на 50 килограмм. Ну это ладно, 50 килограмм немного. На другой вроде в плюс ушел. Поэтому на 100, на 50 килограмм приемки. В общем, непонятно это все. И на, в общем, металл перевешивать, наверное, если большими объемами им заниматься. В общем, как-то так, друзья. В общем, надо искать весы. И в будущем как-то перевешивать металл, который возишь, сдаешь. А лучше всего вот так вот дома копишь, тихонько привез, перевешал. И потом на будущее все будет хорошо. Ладно, ребята, всем удачи, всем пока. Не забываем, не подписываемся на канал, не ставим лайки, не комментируем. Всем огромной удачи, счастья, здоровья и пока.